Классические автомобили разных лет вышли на дороги индийского города Лакхнау. Здесь в рамках ежегодной выставки старинных машин прошло показательное авторалли. В автопробеге участвуют более 50 старинных автомобилей и мотоциклов. Многим из них 80-90 лет. Мы каждый год демонстрируем эти прекрасные старинные авто, чтобы жители Лакхнау могли их оценить. Такой автопробег вдохновляет и владельцев винтажной техники. Когда любуются их машинами, они чувствуют, что не зря столько лет о них заботятся. Это Fiat Balilla 1935 года. Отец купил его в 50-м году, и с тех пор я ухаживаю за этим автомобилем. Участвую в автопробегах старинных машин с 1975 года. В автопробеге участвуют машины британской компании Austin, ретро-фиаты разных годов, старинные Форды, Ягуары и Шевроле. Многие автомобили уже большая редкость. Индийцы трепетно относятся к наследию автопрома и стараются сберечь всю эту драгоценную старину. По всей Индии часто проходят выставки классических машин и мотоциклов, во время которых устраивают показательные автопробеги. Шоу старинных автомобилей в Лакхнау прошло в рамках фестиваля «Культуры и искусства», который длится полторы недели.